готовят лед эту для хрящами. А он не видит ничего. Он не видит. Он только из-за того, что не видит. Я понял его. Давай, 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 делай. Ему чтобы коснуться, надо вглядеть, а то он сразу закрывает ее и все. Вот тут у нас. Дай туда, сюда, не бросай ее. Наталья. Число можешь назвать. Сегодня у нас 5 число. Сколько? Ну, мы пообедали, и вот Игорь с командой приготовили материал для того, чтобы сделать пирс, не пирс. Как оно называется? Для крещения. Да. Ветер, брат, не забывай, ветер. А что ветер? Поближе. Что, прям здесь? Давай, брат, прям вот так выкладывай. И пускай. Брат, вон там. Трава не такая высокая. А потом оттуда 5 метров нам дотащить ничего не стоит же, да? Да. Ну и все, давайте туда. Я говорил, подъехал, думал. Там-то лучше. Думал поближе. Очевидно, что лучше. Ёлки-палки. Посмотри, чем отличается место. Смотри. А ты что, просто так что прибежал, без всего? Да, что ли? Ну. Нет, а смотри, у меня. А, ну тогда что? Подходи, как Тарасик, Тарасик, что ты идешь к Нестору? Бери ступеньки, которые неси туда. Володя, тогда надо коврик резиновый весь забрать, там все есть. И прям там постелите, на него все заделать положить. О, все. Эту пока не надо туда вообще, вот тут спускается она, самая последняя сюда. Надо ступеньки нести. Вот эти, да. Там вверх будет. Там, это трава не еще. Не так будет, наоборот. Вверх там, вот так перекрутите, вот так. И поменяйте местами. Во, вот так будет. Вот. Начинаем с верхней, широкой. Широкая, вот. Вот эта, которая, да, отделана. Причем кромка должна идти сюда, по мере исхода. Вот здесь она, да? Да, да, да. Тарас, смотри. Видишь, вот только не так, а ровно по доске. А не снизу, что ли? Ровно по доске она идет. А сверху разве? Не снизу там накладывать? Нет, сверху надо. Отсюда, да? Да, конечно, чтобы так. Угу. Ровно по доске. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, по срезу семь, доски вот этому. 14. Нет, мы же их делали. 7 ступеней. Да, ширину туда определенную. Надо две прибить сразу, а потом уже никуда не денется ширина. Да, не войдет, не войдет. Вот. Так, ну у нас тут все есть. 61 ровно, да. Смотри, не. Володя, тогда давай так сделаем. Не надо эту первую, а то сейчас пролетим. Давай тогда внутреннюю лучше. Внутреннюю эту и последнюю. А потом начинаем набирать. А то сейчас там представляем. И тут еще советчики вдруг откуда-то появились, малышня. Советуют что-то там такие. Прям молодцы. Так, это, Володя, знаешь что, давай сначала набор сделаем, потому что у нас они разные по ширине. Вот чтобы больше. Да, сочетание, давай. Сочетание. Подавай, Володя, подавай. Это не ступеньки, видишь, кривые. Это для. Для чего? А, это подкладка. Вот ступеньки он прет. Да, вот эти ступеньки. А это не ступеньки. Вот. Это подкладки под эту. Такой под площадку. Иди сюда, малышку какую-нибудь. Вот, малышку. Малышку сюда, Володя. Вот. Давай. Не, давай, говорит, сначала. Нет, сначала набор делаем. Потому что там туда можно туда подойти. Ага. Сначала вниз опускайте, вниз. Нет. Вот так, кромкой, да, желательно туда. А вниз, потому что. Ну да. А она тут будет, ну, щель большой сочетать. Мы не знаем, будет сочетание. Ну, вот смотрите, как. Да что, щель. Нет, это тогда не надо так ставить, тогда другую туда. Даже топорик есть, можно подтесать. Нет, пока ничего не надо. Сейчас тут просто набор делаем. Вот это вот.
Вот эту, да, вот эту. А может вот так? Вот так, да, почему бы нет? Все. Конечно. Вот все, оно нормально. Вот так, да, следующую. Просто основная нагрузка идет всегда вот на эту, на переднюю часть. Страшно? Да нет, нет, это, Володь, 60 сантиметров никакой нагрузки. Только вот, вот так вот. Да, да, ты там крутишь. Да вот, не, а можно, ну, вот. Просто реплику. А зачем? А вот так вот что нельзя вот посередине поставить? Нет, так, нет? Реплику ты делай, показывай просто руками, не надо ничего убирать. Не, не, мы уже продумали. Да, давай. Потому что это раз, она... Она будет узкая. Реально не, она не, опасная, нет? Не, вот не, это? Нет, ничего тут опасного нет. Я на две задела нормально. Еще надо. Это все будет прикручено. А это будет все на самом верху. Вверху. Так, вон сзади, это вот, вот эти сюда. Вот сюда одну. Так, да. И одна просто сюда идет. Одна. Одна, да. Одна вот так, все. Одна вот так будет идти. Все. А на нее будут уже накладываться большие длинные палки, которые будут составлять площадку. Вот. Самое главное, угол поймали мы линии, вот в чем дело. А то придется, это отличие, там придется подкапывать еще. Ну вот все, а теперь все. Зажимай. Зажимай и прикручивай. Да, зажимайте. С двух сторон. С двух сторон, да, зажимайте и крутите. Так, все. Ногами. Да, все нормально. Ногами, ребят, там уприте. Просто супер. Здесь не будет. Вот сразу. Здесь будут вот такие сюда идти. Тут будет вообще площадка целая. А тут, наверное, вот сюда придется. Вот так придется ее делать. Вот так, да. Там, если бы край был, потому что... Да, потому что... Так, что-то я сейчас... А, ну да.